теперь как мы выезжаем в сторону Пионерской улицы. Это вот мы проехали Южный проспект. Теперь мы едем направо, на Биробиджан, на Комсомольск. Правый поворотник, знак «Уступить дорогу», руководствуемся этим знаком. У ребят слева, которые идут по главной, полоса для... Поехали. Наша полоса... Да что ты там бренчишь? Ты что, не видишь, что у нас буква «У» или что? Или мне сейчас пересесть за руль, тоже потом побрыкать? Поехали. Вот. Просто у тех ребят поворот направо. Ну правильно, что она фары натянула, блин. И сигналит там еще. Знак какой проехали? Запрещающий остановка. Соответственно, выбирайте место для остановки. Да вы не парьтесь. Выключили поворотник. Какой вы знак видели? Запрещающий. Запрещающий. После перекрестка. Перекрестка. Поехали. Главную дорогу знак увидели? Да. Перекресток, перекресток. Все, поворотник включаем. В зеркало смотрим, вдруг у вас велосипедист обгоняет справа. И все. Поехали. И запомните на будущее, когда умные вам сзади сигналят, а вы еще не убедились, да, там движение слева по главной, едут машины или нет, не парьтесь, не газуйте, не резко не тормозите. Представьте, что этих мудаков просто нет. Мне это уже самому надоело. Она-то опытный водитель, она там посмотрела, она там прикинула, она знает, что никто в вас не въедет, потому что те, кто едут, они должны направо уходить. Соответственно, вы выезжаете, у вас должна быть свободная полоса. Ну, узнаете, и палка раз в год стреляет. А они такие умные, и раз выезжают, а потом в ДТП попадают. Ну, ей повезло, честно, что не я сижу за рулем. Если бы я психанул, я бы где-нибудь догнал бы ее и также посигналил. Но работа меня научила спокойствию практически. Я даже курить бросил. Да? Да я уже давно не курю, уже полгода. У меня муж тоже бросил курить, полгода не курил. Не, я максимум бросал на 3 дня, на неделю это максимум. И то там, когда праздник какой-нибудь отметил, что аж голова болит. А сейчас все, не курю, не пью. Ну и спортом не занимаюсь. Хотя надо. Так, движение по полосам, что мы видим? Так, прямо. Прямо. Едем. Двигаемся. Что мы видим? Ага, вот так вы еще когда-нибудь разгонитесь и резко остановитесь. Я вас тогда возьму, организую банду автоподставы и возьму вас с собой. Так, движение по полоса, по улице, это Павла Морозова или Пионерская? Это Павла Морозова. Для меня она будет Пионерская, честное слово. Ну, у меня тоже вся Пионерская. Где тут Павла Морозова? Ее же переименовали, да, просто? Она была вся Пионерская. Была Пионерская, потом какое-то Морозова. Вот, и так, обращаю внимание, вот где Выбор, Эльдорадо, тут не перекресток регулируемый, здесь пешеходный переход. Если вам скажут, остановитесь за регулируемым перекрестком, здесь нельзя останавливаться. Если у вас такая команда была перед тем светофором, остановиться за регулируемым перекрестком нельзя. Запомнила? Это не регулируемый. Это пешеходный переход. Ну да, чувак пошел, купил там памперсы ребенку, дорогу перешел, сел на автобус, поехал. То бишь торговый центр, там не перекресток, все. Запоминайте мои слова, потом оно где-нибудь раз и вспомнится. А вот перекресток уже. А как я понял, что перекресток? Пересечение дорог в одной плоскости, раз. На главная дорога, пешеход и до хрена светофоров. Просто до хрена. Это я уже не по-научному, а так образно. По-научному здесь. Если я начну по-научному говорить, я сам себя не пойму, честное слово. Сейчас мы приближаемся. Вот здесь уже можно будет останавливаться после той команды остановиться за перекрестком. Вот. Здесь мы приближаемся к улице пересечения Пионерская, Бийская, что ли?
или как-то... Ангарск. Вот это автодром, да. Про это да. Что ли? Я его тоже хотел купить сначала. Я хотел его сначала купить, потом взять в аренду, а потом... Да ну нафиг. Мне проще вот. Видео обращение к молодым водителям будущим подсказывать. Вот так едем, камера пишет, потом я выкладываю в интернет, люди смотрят и говорят, что инструктор мудак. Ну, я не знаю почему, но много говорят, что я мудак, чем хороший. Ну, ладно, критика, она всегда закаляет. Вот ребята разворачиваются, так тоже можно было. Но они уже конкретно на красный едут, смотри. Они на красный, видели, разворачиваются, они так не должны. Нельзя, да? Ну, нет, конечно. Это тоже перекресток, индустриальная Пионерская. Район Ерофей-Арены. Здесь можно разворачиваться на этом перекрестке в нашем же направлении, только с третьей полосы, полосы для поворота налево. Поехали. В принципе, что развернуться, как ребята сейчас разворачивались, это было видно, да? Вы видели, они раз развернулись. Точно так же, только в обратную сторону. Мы едем, мы не боимся. Мы обращаем внимание на знаки «Главная дорога», движение по полосам, правая полоса для поворота направо. Тут самое что интересное, ну, просто снега замело, здесь где? Да, да. И почему-то ее... Едем. Тут понять. Тут знаете, как чертежники начертили, дорожники. Едешь, и бах, сплошная. Островок безопасности, тебе надо срочно перестраиваться. Маленькое здесь просто это место для третьей полосы правой. А это потому что... Снег. Снег. Здесь вот уже можно за знаком главное... Тут нельзя останавливаться, там был знак «Остановка запрещена», потом была жилая зона. Наверняка, чтобы не запутаться, проезжаем перекресток и можно будет останавливаться. Так, что мы сейчас с вами будем делать? Выбираем место для остановки. Поворотник, газу. Смелей. Выключайте поворотник. Вот этот грузовик, видели, что он сделал? Мы уже пошли в полосу, он решил быстрее нас проскочить. Поехали. Вы остановились, кстати, без поворотника. Почему? Я... Вы переключили, вы перестроились и выключили, и вы остановились просто. Поехали. Надо да. Сначала... Я его могу даже видео назад включить. Вы посмотрите. И там слышно, как клац, поворотники. Поворотник выключайте. Вы в полосе находитесь. Пока не остановишься, да, не вырубаешь. Вы включили поворотник, перестроились, выключили, включили поворотник, остановились, выключили. Движение по полосам, нам прямо. Здесь мы. Знаки были ограничивающие остановку. Значит, можно останавливаться справа. Прям вообще не бояться. Мы этого делать не будем. Вообще, если поступит такая команда, скажет, что выбирайте место для остановки или для стоянки. Можно остановить. Бах, и остановилась, конечно. Ну только опять же убедившись, да, в безопасности своего маневра. Движение по полосам нам подсказывает, что мы. Кто мы и где мы? То бишь мы главные на дороге в этой полосе. Не жмемся вправо. К джипу тоже. Не спешим.
красный загорается, останавливаемся, в зеркало смотрим, для того, чтобы предугадать действия водителя, который сзади идет. Может у него тормозов нет уже. Значит, мы бы чуть-чуть отходили бы от него, давали бы ему возможность бы остановиться. Даже за черту? А вы что хотите, чтобы вот так вот жопу разнесли, я вот так скажу? Уж лучше где-то нарушить, но сохранить при этом имущество. Не, естественно, пешеходы будут, но вы должны на сигнал будете нажать, привлечь. Если вы заметили ситуацию, что сзади вас на светофоре летит в машину, это будет бах. Во-первых, вы должны распугать пешеходов своим сигналом, чтобы они разбежались. Ну и это я могу проехать. Как новые водители, молодые водители, они боятся, еще сильнее давят газ, тормоз. Чем больше ты будешь жать тормоз, тем больше будет повреждений на твоем автомобиле. Меня, допустим, когда на светофоре бьют, я только успеваю, по сути, ногу убрать, чтобы машина хотя бы вперед прокатилась. Он бьет меня, а потом я жму на тормоз. Он как бы толкает. А если представь, да, стоящая машина, бах, еще хуже будет. Поэтому, когда вот мы с девочкой поднимались там, по развязке остановились, и я смотрю, сзади машина летит, я только ей, убери ногу, она только убирает, такой бабах. Двигаемся прямо. Здесь мы какие знаки видим? Только в основном движение по полосам. Никаких других нет. Ну, тут остановка. Вот если на остановке стоит автобус, мы вообще не заезжаем на эту остановку. Ни капельки. Тихо. Поехали. Здесь, по сути, можно везде остановиться. Запрещающего. Если не было запрещающего. Если мы с вами их не проворонили, едем. Нет. Даже не было. Не было, значит, можно останавливаться. Здесь, вон где человек стоит, можно остановиться. Вы не едьте к нему. Зачем вы к нему едете? Вы посмотрите. Ну, из-за столба плохо видно, да, конец полосы. Он стоит в конце полосы, которая кончается, в принципе. Вот район Ладонь. Прибрежку мы проехали. Да. Это Ладонежский. Это да? Какой? Ладонежский. Ладонежская улица. Я это знаю, потому что я здесь молочку покупал, когда у меня магазин был, я ездил. Короче, за молочкой мне было очень-очень мало лет. Я сначала с водителем ездил, потом получил водительское удостоверение и сам ездил. Ну я здесь была, но не знаю, как он называется. Ладонежский. Или перевод. Поехал. Двигаемся. Так, запрещающих опять же знаков нет. Да не жмитесь вы влево. На меня чуть-чуть. На меня. Там автобус. На меня. Вот. Знаки какие-то интересные. Здесь и так две полосы, они говорят, разделяются. Мы едем в прямом направлении. Здесь везде можно остановиться. А вот сейчас на эстакаду поедем, уже нельзя там. Да? Здесь надо было поворотник показать, что мы сюда поехали. Здесь мы уже двигаемся и руководствуемся знаками. Пешеходов нема.
знак? Какой вы видите слева? Остановка запрещена. Докуда вас? Чё тоже? Вниз стрелочка показывала. До этого знака. Здесь можно. Здесь можно. Здесь везде можно. На регулируемом перекрестке поедем направо. Где семена продают, тоже можно остановиться. Ой, да это не сложно такой маршрут, оказывается. И мы здесь тоже будем ездить? Что-то? Да. На экзамене возможно. Южный. Южный Ленина. Вот там даже впереди вот учебка пошла. Ага. Что бы она здесь делала? Это вот кто? Автошкола с южных сторон. А вы как хотели? Научиться ездить — это и одно. По маршруту. А видите, чуть-чуть в другую сторону уехали, уже волнение, да? А представляете, когда вы водилки свои получаете? И уже предоставлены сами себе. Не, я далеко ездить не буду. А я тоже думал, что я получу права, и далеко, как говорится, ездить не буду. Права я получил, конечно, при рождении, а вот водилки когда получил, я сначала там с деревеньки доезжал до первого магазина. Поехали, 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 успеваем. Потом дальше, потом, я говорю, магазин был у родителей, приходилось ездить часто в пробках, на базах. Вот я и научился. Вот как грузовик поехал, у меня был такой большой грузовик у родителей, вот я на нем учился сразу ездить. Сразу на нем? Ну а чё мне? Страшно, тяжелый же. Да. А в 19 лет я уже работал так. Что? Двигаемся на... Я так понял, учебка здесь уходит направо, значит, двигаемся направо. С Ленина у нас там уже запись есть. Поехали, 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 поехали. Право поворотник, движение по полосам. Там было только полоса направо. На асфальте тоже нанесена разметка, да, только направо. Пешеходов только пропускаем и двигаемся. Крутим. Знак какой мы видим? Скользкое, да. Объезжаем его. Зеркало. Смелее. 40. Выключили. Здесь, кстати, тоже можно развернуться. Где красненькая машина стоит, около нее встать и с левым поворотом, поворотником, соответственно, развернуться. Получается, это тоже экзаменационный маршрут. Мы его с вами до конца не сняли с той стороны. Красный загорается, мы его тут видим. Вот это автошкола ЮАЖ. Южская автомобильная Хабаровская школа. Вот здесь у них тоже маршрут. Ну, у них там и есть, наверное, маршрут. Да? Ну, у них там и есть маршрут, но у меня вот людей с этой школы приходят, почему-то со мной катаются. Не знаю, не буду ничего говорить, но... У меня сестра там младшая училась. Пах, пах, и все. Да? И сдала с одного раза. Молодец. Давайте вправо рядом. Давай, 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 смелее, 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 смелее. Выключи поворот. Я говорю, с мужем кататься 12 лет. Да, конечно, она уже там все наизусть знает. Я бы не сказал. Да а что, она все равно садила ее как-то. Здесь налево можно поехать?
Нет, запрещено. А развернуться? Развернуться можно. Совершенно верно. Стоянка запрещена. Остановка. И вот получается, она действует, запомнили, да? Это был дендрарий, да? Да. Вот этот дендрария, кстати, его скоро вырубят и дома построят. Двигаемся. Здесь остановка запрещена. Подожди. Запрещена здесь остановка. Запрещена? Да. А или главное, подожди. Главная дорога была знак там? Значит, можно. Перекресток не регулируем. Был, главная дорога, да, была, можно. Я же говорю, просто тут, когда не ездишь с учениками, особо я не просто увлекаюсь. Там знака не видела. Ну, вы сами сказали. А, ну, а что, мы не проехали перекресток? Вот переулок Молдавский проехали, и получилось, это был перекресток. Нерегулируемый, правда, но это не отменяет, значит, этого действия, что можно остановиться. Вот в зимнее время какое должно быть расстояние между... А в летнее? Так же, что? Ну, где вообще это читали? Потому что уже столько случаев у нас на 56-й. Это уже два подряд дня. Останавливаются перед светофором и стукают перед стоящим. Скорости летят, потом резко останавливаются. Может быть, это. Может быть, всякое может быть. Недавно мою племянницу грузовичок сзади ударил. Виновная оказалась племянница. Так, здесь направо поехали, направо вроде. Выйдем в сторону назад. Поехали. Алло. Да. Ну, у нас сегодня не получится, только вечером, после 7 вечера. Перекрестки мы начнем движение налево. Не надо было ближе встать. Да? Ну, подъедьте, конечно. Ничего тут такого нет. Все, стоим. Когда будем поворачивать, это на Пионерскую мы поворачиваем. Угу. Встречный поток движения мы должны что сделать?
Опустит. Да. А где он? Встречный поток движения. Где он будет? По второй полосе. Ой, да вон они, напротив. Напротив нас стоят голубчики. Ну, с той стороны, да? На нас смотрят. Потихонечку, помаленечку. Сразу пешеходов смотрим. Крутим руль, в левый ряд попадаем. Смелее, 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 смелее. Поехала, поехала, поехала. Поехала. Газу, газу. Где газ? Газу дайте. Газу, 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 газу. Вот так вот. Правый поворотник. Газу. Ага. Стоять. Не газуй, не газуй. Поехали. Поехали. Вправо. Раз. Все, 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 все. Двигаемся. Примерно вот. Так, опять движение по полосам. Мы едем по своей полосе. Третью полосу просто снегом замело. Так бывает. Не надо клониться вправо. Не надо. Вот. Он свою выехал полосу, а вы его режете. Поехал, поехал, поехал. Девушки обезбашенные. Они думали, инструктор остановит. Смотри, он перестроится прямо перед вами сейчас. Не надо слов. Тормозим. Чтоб колеса его видела. Видишь его колес? Во. Да. Ну и все. Видишь ту звезду? Знак какой проехали? Не заметил. Поехали, честно. Поехали. Сразу зачем? Вот и на экзамене вас спрашивают, вы все, газ бросили, руль бросили, сознание потеряли, а вы на дороге. А дорога — это объект повышенной опасности, где нужен расчетливый, холодный ум и незабитые мозги. По-другому не получится. Страшно. Страшно в комнате страха. Здесь вы должны объективно все воспринимать и принимать решения молниеносно, причем от ваших действий зависит жизнь и здоровье окружающих людей. Моя тоже. Тяжело, да, когда разметки нет? Вот во всей Европе есть, а у нас нет. Но мы же русские не выбираем, как говорить, легких путей. Мы так догадываться должны, где ехать. А что здесь разметок? Или не видно их? Ее стерли. На краске сэкономили. Так, знаки остановки запрещена были, нет? Или не видели? Не было. Вот хорошо. Двигаемся, 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 не спим.
выбирайте место для остановки и остановитесь. А вы что, перекресток проехали, да? Поехали, что вы останавливаетесь? Вы сами же сказали, тут стоит знак. Остановка запрещена. Был такой знак? Вы что, не проехали перекресток? А что, проехали? Где вы его там проехали? Вот здесь уже можно, право. Знак главная дорога был. А мы же проезжали знак главной дороги. Где? Вот, когда я останавливалась, да? От него, да. Ну, значит, можно. Я просто не увидел, может, я посмотрел. Стоял, вверх, я же посмотрела. В другую сторону глянул, на Ерофея засмотрелся, не знаю, что-то задумался. Ты мне сказал остановиться? Ну, смотрю, главная дорога. И стал останавливаться. Ну, бывает. Ой, мы еще хуже делаем. Аж страшно. Вообще первый раз сели, сразу поехали. Я думала, там вообще с ума сойду. Я тоже так делаю. Вот села и поехали в город. Да вы что, страшно? Да вы по делам надо было, да? Нет, мы поехали в город. А, заехали, да, в автошколу заехали. Прошли врача. А потом за город. Бывает. Нам надо влево ряд перестраиваться. Не спешим, не спешим. Жить мы не торопимся. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Это... Вот так. Чем мы хуже Мерседеса? Не более 60. Вы 50 едете. Мы уже зашли в левую полосу крайнюю. Давайте как-то более-менее поадекватнее. О, стоят девчонки, мерзнут на Пионерской. Почему-то женщины их никогда не замечают. Кого? Когда едем на машине. Кого женщин? Девчонок. Так как там пачка стоит? Не знаю. Я даже и так еду не вижу, когда с мужем мы ездим. Просто их не бывает, наверное. Да прямо. Они говорят, о, и начинают. Вот эти стоят, такие. Да фиг его знает, кто это такие. Я просто сказал, девчонки стоят. Я сначала тоже подумал, ну, судя по одежде, так посмотрел, уже нормальные девчонки стоят. Может, наговаривают на них. Не знаю. А говорит, по них видно. Я лично ничего не вижу. Я не вглядывался. Стоят да стоят. Конечно. Они как-то узнают. Сын у меня вообще. Едем. Он говорит, о! Красавица стоит. Ага, я говорю, господи, тебе это надо. Так, подъезжаем к ЖД переезду. Уже ногу убираем с тормозов. Ошибку мы допустили влево-вправо, не посмотрели. Раз. Влево-вправо. Где? А, что, один что ли? Ну поехали дальше. А, вот второй. Лево-право смотрим. Только еще нужно притормаживать не только потому, что рельс. Ну, чтобы там машину не поздно. А для того, чтобы вдруг выскочит вагон, да, остановиться успеть. А мы уже со скоростью посмотрели вправо-влево, такие, о, все нормально. Они нормально. Гаишники тоже люди, они тоже могут понять, что вы это так для него сделали. Левее держимся. А для кого еще? Для кого? Для своей безопасности. Перекрестки, откуда мы с вами выехали.
поехали. Поедем. Опять туда. В сторону Суворова налево. Левый поворотник. У нас даже движение это показывает, что мы по этой полосе можем двигаться только налево. Встречку смотрим, далеко, крутим руль. Пешеходов сразу смотрим, крутим руль, крутим. И пешеходов. Почему я сказал, что мы были готовы к тому, что вдруг придется остановиться. Вот. Вот так бывает, кстати. Здесь видим знак 40. Вот надо же, да, прямо пешеходы. Ну, пешеходный это... переход прямо на повороте. Ну, я поэтому и говорю, что нужно перед тем, как поворачивать, ситуацию вникнуть, посмотреть, убедиться. Удостоверить, короче, понять ситуацию. Я тоже не диктор, но